Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Очень большое количество владельцев этого имени выбирают для себя профессии военных и священнослужителей. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. «В» – значение буквы. Буква говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они всегда стремятся действовать. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Они мечтают об упорядоченной и спокойной жизни, о заранее запланированном и лишенном неожиданности существовании. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. «И» – значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Выдержка и систематичность. Этот человек во всех отношениях достоин доверия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.